Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я готовлю бесподобно вкусный и простой пирог к чаю. В миску всыпаем 250 грамм сахара, добавляем 180 грамм мягкого сливочного масла и хорошо перетираем венчиком до однородности. Добавляем 3 яйца и еще раз хорошо перемешиваем. 500 грамм просеянной муки добавляем 10 грамм разрыхлителя. Хорошо перемешиваем. И в несколько приемов добавляем к яично-масляной массе. И замешиваем мягкое тесто лопаткой. Вот такое вот тесто получается в готовом виде. 700 грамм нектарины разрезаем на крупные кусочки. Разделяем тесто на 2/3 части. Форму, в которой будем выпекать, застилаем пергаментной бумагой и выкладываем тесто. Хорошо разравниваем по всей форме, делаем небольшие бортики и вилочкой прокалываем дно. Высыпаем нарезанный нектарин, хорошо распределяем. И оставшееся тесто мы присыпаем стол мукой, выкладываем кусочек, хорошо обваливаем муки и раскатываем в пласт небольшой. Разрезаем на тоненькие полосочки, шириной примерно 1 сантиметр, и сверху украшаем наш пирог. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 40-45 минут. Пирог готов, даем ему остыть и сверху украшаем сахарной пудрой. Разрезаем на кусочки и подаем к столу. Пирог получается неимоверно вкусный. Его вкус не передать словами, это надо приготовить. Так что попробуйте, приготовьте, вы останетесь довольны результатом. Также ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новинки.